понемножечку. Я все сидела, думала, открывать ли ссылку, не открывать ссылку. Сейчас я читаю, вообще ничего не понимаю, что мы приписывались. Не открывай, да забей ты уже на эти деньги. Когда этот вирус скачался на компьютер... Но я его не ругаю. Что это за сладкая морда? Манюнечка. Манюнечка, всем говорю, с добрым утром. Мы уже сходили на улицу. Да? Вот эти шлядки. Шлядки. Где наш Тафонька? Пойдем Тафоньку смотреть. А вот и Тафонька, да. Вот и Тафонька. Сенечка, ну скажи что-нибудь Тафоньке. Он обычно подходит и начинает ему носик лизать. Так один раз. Так лизнет. Тафочка, какой мальчик хороший. Мальчик хороший. Надо поцеловать Тафоньку, Сенечка. Давай поцелуй Тафоньку. Так, ну что, ребят, надеюсь, меня будет слышно. Я постараюсь говорить громко, потому что я сейчас перескала все свои ящики, я не могу понять, куда делся микрофон. Ну, видео будет не очень долгое, болтологическое. В общем, недавно мне в рекомендации попалось видео канал Levit Family, где она рассказывала, где девушка рассказывала, собственно говоря, что у нее взломали канал, удалили, и мне, естественно, стало интересно послушать, как у нее это получилось восстановить, ну вообще, в принципе, что это вообще за кошмар, потому что в последнее время, сколько я не смотрела, ну, в основном это какие-то очень известные там блогеры-миллионники, к сожалению, попадаются на это. Вот, и у меня была одна мысль, которой я хотела немножко убедиться. То есть был момент в июле, когда, как мне показалось, меня хотели взломать, и, в общем, я хотела рассказать тоже свою историю. В общем, вкратце, то, что рассказывала Лера, у меня было то же самое. В общем, 12 июля, ссылочки, скрины, я все это буду предоставлять, значит, мне написали. Добрый день, являемся представителем компании Zoner, приложение для Windows, Photoshop, наш официальный сайт и ссылочка. Я все сидела, думала, открывать ли ссылку, не открывать ссылку. Ну, в общем, я взяла и ввела просто руками этот zoner.com. Такой сайт есть, он есть на английском языке, то есть я все пыталась еще найти какие-то, не знаю, можно ли его русифицировать, ну, в общем, тролливали. Я особо в этом не разбираюсь, у меня вообще всеми программами занимался муж, вот, поэтому я тут уже методом тыка, но все равно у меня всегда есть один момент, когда я паникую, что мне что-нибудь пришлют, я что-нибудь не то открою, и, в общем, не знаю, там случится... Ужас ужасный. Мы очень заинтересовались в рекламном сотрудничестве на вашем канале. Хотелось бы узнать, типа, какая у нас расценка. Рекламное видео 25-30 секунд. Вот. И скидывает мне опять очередную вот этот вот zoner.com. Значит, я пишу через несколько дней. День, цена размещения небольшого ролика на канале стоит такую-то сумму. Вот. В принципе, никакую статистику мне не спрашивали, хотя в последнее время меня очень редко, когда что-то спрашивают. Но если спрашивают, естественно, я все присылаю. Почему-то меня смутило, когда она написала, типа, отлично, могу ли уточнить, когда у вас планируется новое размещение. Почему меня смутило, я не знаю, просто такая, не знаю, внутренняя чуйка. Ну что, как бы человек согласился, у меня не такая большая цена, и хорошо, давайте сотрудничать. Вот, и я пишу, что я сейчас немного уехала... А, вот она спросила, когда планируется видео, но тут, наверное, вы помните, у нас была сложная ситуация в июле месяце, не буду поднимать эту тему. В общем, я понимала, что мне срочно нужны деньги, я была готова согласиться. Ну вот, я отвечаю, что сейчас я уехала из города, у меня видео выходит автоматически. Как приеду, значит, начну тогда делать проект. И я пишу, мне бы ознакомиться с техническим заданием, чтобы я больше понимала про ваш продукт. На сайте все на английском языке, на русском платформе работает. Он пишет, что типа, ну вот, я скрин сделаю, типа ТЗ. Необходимо снять. Ну, в общем, все вроде как звучит сладко-гладко, шоколадно. Я пропала. Что-то меня смутило. Не знаю, я просто не стала отвечать. Начала пробивать вот этот сам Zoner. Вроде он существует, то есть это есть эта программа. Потом пыталась написать, типа, мошенники вот с этим словом. В общем, вроде как я ничего не нашла. Но я не могу сказать, что я прям, знаете, конкретно села и начала этим заниматься. То есть у меня были какие-то... ощущение, что такое ощущение, что со мной мошенники переписываются. Хотя я могу сказать, что
мне как предлагают рекламу в Инстаграме, на почте редко, слава богу, что у меня это все затеряется. И ВКонтакте тоже. Я уже не первый раз сотрудничала с людьми, которые мне пишут ВКонтакте. Вот. То есть меня это, в принципе, особо не смутило. Меня почему-то смутила ссылка. Хотя до этого, когда мне тоже магазины присылали ссылки, ну, я спокойно переходила, все было нормально. Но с этим человеком почему-то у меня сразу вот такой вот не контакт пошел. Пишет, вы тут 18 июля. Ну, там у меня все, у меня же начались проблемы, мы там уже с мужем разъехались, мне уже было не до кого. В один момент я поняла, что все, мне нужно срочно зарабатывать деньги. Значит, возвращаюсь. А потом он еще пишет через несколько дней, типа, вы тут. Я пишу, добрый вечер, прошу прощения за долгий ответ. Только что прочитала ваше сообщение. Подскажите, вы пишете, что есть сайт. А есть еще приложение, но я не смогла его найти. И второй вопрос. Необходимо, чтобы захват экрана был через компьютер, если мы говорим про сайт, или можно использовать телефон, если есть приложение? Он пишет, да, есть приложение, я могу дать вам полную версию, сняты все ограничения для полного обзора возможностей. Сейчас я читаю, вообще ничего не понимаю, о чем мы переписывались. Я пишу, да, было бы так удобно, высылайте тогда. Утром все посмотрю, потому что мы переписывались в 3 часа ночи. И он пишет, секунду, и вот присылает мне ссылку, пишет, скачивайте и устанавливайте. Если касаемо функционала проблемы будут, какие-то вопросы, спрашивайте, постараюсь незамедлимо помочь. Это у меня написал все в 3 часа ночи. Как вы думаете? Я, естественно, эти ссылки не стала открывать, потому что у меня прям вот... Было ощущение, что мне говорят, не открывай, да забей ты уже на эти деньги, просто не открывай. Ну вот, я решила, что все-таки моя интуиция в последнее время меня не подводила. И я решила, что ладно, пофиг на деньги, не буду открывать. И в 12:45 утра уже мне пишут, ну что, разобрались, я даже не стала ничего отвечать, потому что, ну я не знаю, ну вдруг люди действительно нормальные, вот, а я там со своими, блин, тараканами. Ну в итоге вот Лера как раз в своем видео рассказала, что у нее была точно такая же ситуация, ну естественно, не с этим человеком и другим, там у них целая схема, вот, и если я, допустим, боялась, что я просто нажму на ссылку, перейду, меня сразу, блин, все, меня заблокируют, и... не знаю, какой-нибудь вирус у меня будет на компьютере, то Лера говорит, что она перешла по этой ссылке, и там надо было скачать папку какую-то. Вот. И она говорит, у меня тоже были какие-то сомнения, смущения, но, в общем, она это сделала. И она говорит, что так странно, что, по-моему, она сказала, что часа 4, наверное, скачала вся эта история. Но я, в принципе, не стала бы никакую программу скачивать, честно. Вот так вот через ссылки. Если официальная страница, то их надо все равно... пробивать, перепробивать, если даже, знаете, на Авито иногда людей вводят в заблуждение, когда присылают, типа, чек авитовский, то есть уже даже его не различить, это не можешь понять, как бы, типа, это Авито или не Авито, вот, то тут, конечно, мошенников очень много, я рада, что, во-первых, я не попалась, я рада, что у Леры получилось страницу свою восстановить, потому что, кто не смотрел видео, вкратце скажу, что когда этот вирус скачался на компьютер, значит, человек удаленно, как бы, даже когда компьютер был выключен, он мог, не знаю, в общем, у него был доступ полностью к компьютеру. То есть они сразу поменяли пароль на Google аккаунт, к которому была привязана почта. Единственное, что я не поняла, если Лера говорит, что у них была вот эта двухэтапная аутентификация, мое просто обожаемое слово, больше его повторять не буду. Там не позориться. И у нее все это вроде стояло. То есть, ну блин, так просто пароль не поменять. Ну, они каким-то образом еще успели поменять телефон. Короче, там целая трэш-стория. Если интересно, зайдите на ее канал, посмотрите полный разбор. Просто странно, что они мне начали писать. Может, они вижу всем пишут. У меня не такая просто большая аудитория, чтобы они там что-то хотели поиметь с этой страницы. Вот. Так что, слава богу, вывод какой? Слушаемся интуицию. Вот. Несмотря на то, что мне очень нужны были деньги в тот момент, каждая копейка мне пошла, кровь отлично, каждая копейка мне была важна и нужна, но я решила, что лучше я послушаю свою интуицию. Сори, я очень надеюсь, что меня было слышно, потому что я правда, я не знаю, куда я делаю этот микрофон. Ну что, хотела вас насмешить. Сейчас я вышла в магазин и думаю, заодно выброшу мусор. Вот у меня тут две коробки из-под пиццы. Подхожу уже к магазину и понимаю, что я захожу в магазин с мусором. То есть я его не выбросила. Думаю, ну ладно, сейчас пойду на обратном пути, уже выброшу. Ну и что вы думаете? Ну, у меня там просто сейчас просто перезагрузка мозга. Я думаю, что мне сейчас делать? Ну, не в суть. Я прихожу домой,
Я вернулась с мусором. Короче, я выгрузила свои мусорные коробки и вернулась домой. Да. А между тем, Сетька, я не закрыла вот эту дверь. Я думала, 5 секунд выйду. Полотенчика достал. Перевернул мою сумочку. Пожевал сумочку. Но я его не ругаю. Пусть это будет самая большая проблема в моей жизни. Пусть он хоть все сожрет. Серьезно. Да, так, Анька. Сейчас пойду в сумочку. На тебя просто смотреть не буду.